Всем здорово! Ну что, у нас сегодня Brawl Stars, и сегодня, наверное, один из самых таких хороших дней за последние три. Наконец-то мне в магазине опять начали продавать гаджеты, и у нас сегодня два новых гаджета на аккаунте будет. Это гаджет на Спайка, выпускает во все стороны очереди иголок, 3 нанося 520 единиц урона при каждом попадании. Вот так вот. И второй гаджет на Барли. Бутылка со смесью оставляет лужу, которая замедляет всех врагов. Вот так вот. Два новых у нас гаджета появилось. Поехали их испытаем. Посмотрим. Так, обновились как раз нормально. Сейчас заодно и протестируем сразу. Думаю, я допою сегодня, я надеюсь. 21к. Сейчас посмотрим на действие гаджета. Ну вот такое что-то, не знаю. Похоже, как у этого. Дэрила. Что-то такое же. Чтобы там особо мега-мега вау было, я бы не сказал. А, три раза такое количество. Ну, в принципе, так-то неплохо. Если он, конечно, доживет. Ну, давайте еще одну каточку попробуем. Тестанем. Ну, знаете, на этом герое, ну, он просто тупо не доживает в большинстве случаев. Жизни маловато у Спайка, и поэтому вот этих три заряда, конечно, зона действия неплохая. Ну вот, как правильно их потом... заюзать — это другой вопрос. Ну, в принципе, где-то добить кого-то довольно-таки неплохая тема будет. Вот, неплохо, смотрите, хорошая тема, мне понравилась уже. В принципе, как вариант, довольно-таки неплохо. Так, окей.
С этим разобрались, поехали посмотрим. Вот, знаете, вот где заходишь в игру и радуешься там плюхам, акциям, каждый день есть какой-то подгончик, да, вот Brawl Stars реально красавчики. Поехали посмотрим, как у нас будет тут все реализировано. Вот так вот замедляет. Он не особо длительное время. Конечно, такое. Но убежать, в принципе, можно. Ой, Тара хороша. Вот смотрите, вот такой вот вариант неплох. Сразу же двоих. Давай, Розочка, тащи. Эх, Роза, Роза. Да, конечно, зря мы побежали туда. Ну, добейте. Блин. Ой, Роза хорош. Так, теперь самое главное, чтобы Роза у нас вернулась, а она у нас не вернулась. Еще в итоге мы сейчас просрем катку. Да. Ну, не знаю. Честно скажу, знаете, на Барлее такое. Но вот у этого мне понравилось. Такс. Как обычно, шанс слива максимальный. Давайте еще одну каточку посмотрим. Неплохо такое, наверное, будет в шедешке, в дуо. Так, отлично, начались подвесоны. Блин, по времени действия, конечно, маловато. Хотелось бы побольше. Что-то очень быстро этот гаджет заканчивается. Так, опять мы сливаемся. Ну, добей, красавчик. Ненадолго. Так и не догнали. Да. Видите, если спайком можно тащить, здесь ты ничего уже так не сделаешь. Ну, конечно, все зависит больше от тиммейтов. Надо играть в определенных пачках сборках, но... Что маємо, то маємо.
тащим как можем. Он слива как обычно. Оп-оп-оп-оп. Давай, забегай. Ну добейте, блин, ну. Хорош. Ну чё ты стал, бро? Интересно, кто же здесь возьмёт звёздного? В общем, такие вот гаджеты, ребят, не знаю, в принципе, с одной стороны, неплохой, но все-таки есть определенно имбовые, просто имбалансные гаджеты. Вчера мы еще достали, наконец-таки, на Фрэнка, плюс на Биби я достал дополнительно, тоже гаджет. В итоге у меня осталось сколько? Раз, два, три, четыре, блин. Короче, штук 15 осталось, думаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, короче, половина осталась где-то. Я, конечно, хочу на Ниту. Вот на Ниту я очень хочу гаджет, потому что Нита реально имбалансная смешание. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.